Всем привет! С вами снова канал Бисеринка Шоп, и это новый влог. Сейчас я собираюсь поехать в город, забрать свой заказ, который я заказывала с Вайлдберриса, и потом уже посмотрим, что будет дальше. Но, скорее всего, в этом видео я вам сделаю обзор. Кстати, пока я жду троллейбус, который должен минут через 15 подъехать. Покажу вам вот такую вот пандочку, которую я сплела вчера. Шорты я на нее не снимала. И не знаю, буду снимать или нет. Вот такая вот панда. Красная панда. В общем, приехала я в город. И теперь мне сейчас главное найти этот дом, где он находится. Приблизительно я знаю, где это именно. Но, если что, спрошу у прохожих. Но, честно, как это сказать? Короче, приблизительно знаю, но точное место я не знаю. Поэтому идем сейчас искать. И потом уже, когда заберу заказ, встретимся. Сейчас надо найти где-то магазин, чтобы купить мальчику теперь. Вот весь мой заказ. Сейчас иду на остановку, на тралик или на автобус, что будет. И дома я вам все покажу. Итак, я пришла домой и готова показать вам мои покупочки, мой заказ. Первое, с чего я начну, это самый главный мой заказ. Это вот такой большой пакет. Здесь написана моя фамилия, я ее закрою. Вот код. И сейчас покажу, что здесь. Ну, первое, что мне попадается, это вот такие вот баночки. Я думаю, уже все догадались, для чего эти баночки, с чем в комплекте они шли. А шли они в комплекте... Ёлки-палки, как тяжело. А шли они в комплекте вот с этим бисером. Здесь 16 цветов разных. Заказала по акции, потому что в нашем магазине, если бы я брала, это бы все вышло в 2, а то в 2,5 раза дороже. Давайте я сейчас открою и покажу вам, какие здесь цвета. Первый достаю. Это вот такой вот фиолетовый цвет, нежно-фиолетовый. Кому интересно, вот номерок. Далее на очереди вот такой вот красно-фиолетовый. Кстати, он у меня есть. Ну, покупала когда-то 5 или 10 грамм. Вот номерок, кому нужен. Далее вот такой вот очень красивый бирюзовый. Зеленый. Кстати, они чем-то похожи, но на камеру, но в жизни они разные цвета. Далее, что я вам покажу, какой цвет. Это вот такой вот желтый. Вот такой вот зеленый номер. Ну, обычный черный. Голубенький. Да, я не помню, говорила ли я или нет, но здесь 16 цветов. Далее вот такой вот оранжевый. Я, кстати, недавно, ну, месяц или полтора назад купила вот такого вот 30 грамм, по-моему. Далее белый, которого никогда не хватает. Еще один зеленый. Вот такой вот. Вот такой вот розовый. Красный. Очень красивый цвет. Еще один желтый, но такой вот полупрозрачный. Лимонный, можно так сказать. Темно-синий. Очень красивый цвет, кстати. Такого мне, именно такого, у меня никогда с ним не было. И вот такой вот малиновый. Далее я заказала три мотка лески.
тоже обошлась она мне дешево, 150 рублей за 3 мотка. Но, честно, я думала, что мотки будут побольше, но и так очень даже ничего, потому что один моток вот этой лески у нас бы стоил 80-90 рублей. В отзывах я читала, что леска очень толстая приехала у кого-то, но у меня она обычно 0,2, как раз такой, какой я пользуюсь. И две остальные тоже такие. Далее это вот такие вот два контейнера по 28 ячеек в каждом. Сейчас я его не буду открывать, потому что в одном из следующих видео, либо в следующем, либо в позаследующем, ну, короче, в одном из следующих трех или четырех видео я буду делать мега АСМР, то есть хочу сделать минут на 15 АСМР, и вон там мы с вами и распакуем. Далее... Что я заказала? Это вот такая вот коробочка. А в этой коробочке... Вау, что это? А? Ладно, давайте по порядку. Здесь идет вот такой вот бисер. Здесь 10 ячеек. И в каждой ячейке по 10 грамм бисера. То есть он китайский. Кстати, я думала, что чешский. Почему-то на фотографии был ровный бисер, а тут немножко кривой. Ну, ничего, я думаю, страшного. Вот такие вот цвета. И в подарки шли вот такие вот ножницы и тянущаяся нить 0,7 мм. И что же это такое? Ага, это сама подложка, я так поняла. А тут дорогой покупатель, тарарарары. Потом написано, мы хотим подарить вам 1000 схем для бисероплетения. Просто наведите камеру на QR-код и получите интересные идеи для творчества. Ну, попробую сделать. И дальше предлагают, примите участие в розыгрыше и поймайте удачу. Ну, как я и говорила, вот эта картинка, дорогой покупатель, это просто подложка. Далее то, что я купила не на Вайлдберрисе, а зашла к нам в магазин, купила вот такой вот прозрачный черный. Я хочу сделать из бисера куклу Wednesday. Туториал на канале Уютные истории. Давно не плела по туториалам, но здесь очень красивая кукла выходит, и в планах у меня ее сделать. И последнее, что я вам покажу, это вот такая вот раскраска, аниме-раскраска. Не знаю, как она правильно читается, Моэ или Маэ, персонажи, аниме-раскраска. Вообще аниме я не увлекаюсь, но купила, потому что здесь очень красивые картинки. И иногда, когда мне надоедает плести из бисера, или телефон стоит на зарядке, и не могу плести из бисера, я раскрашиваю раскраски антистресс. И здесь очень красивые картинки, и решила купить ее. Ну, в общем, вот так вот. Вот такие, в общем, покупочки получились. Если выбирать из всего того, что я купила, что мне больше всего нравится, это, конечно же, вот этот вот бисер. Не отсвечивает. Ну, короче, вы поняли, из 16 цветов. Именно, собственно, из-за чего я и заказывала это. Планировала только вот это вот заказать, а потом уже нашла остальное, леску, бисер. Тот бисер набор стоил около 300 рублей. Это очень даже хорошо, потому что здесь бы у нас дороже намного стоило. И, как я говорила уже, леска тоже очень дешево обошлась. Вот так вот выглядит наборчик в открытом виде. Он очень маленький. На самом деле я думала, что будут полные ячейки, а оно заполнено только наполовину. И из этого наборчика я начала плести уже овечку, которую я тестирую у одной девочки. Она фиолетово-розовая. Плохо, что здесь нету черного цвета. А так, в принципе, норм. И если выбирать бисеринки, то получается очень ровно. Вот такие вот очень маленькие ножнички были здесь. Как для детских ноготочков. И также вот такая вот леска, тянущаяся на 7 нейлоновая нить. В общем, уже прошло где-то около часа, как я пришла назад, сняла для вас обзор.
У меня почему-то сильно разболелась голова. Ну, она еще болела с утра, как я проснулась. А сейчас прям болит. Сейчас хочу выпить чаю. И потом, если что, я к вам вернусь. Ну, возможно, да, я, скорее всего, к вам вернусь, потому что я еще буду плести из бисера. Покажу вам новую работку, которую я сплела с утра. И поэтому вот так вот. Ну, для вас это будет 2 секунды, а к вам я вернусь, наверное, часа через 2. В общем, пришла я домой. Уже вечер, глубоко за вечер, уже 8 часов. Сейчас я покажу, что я начала плести. А перед этим, как я обещала, покажу свою новую фигурку, которую я сегодня закончила плести. Это вот такой вот котик. Он по китайской схеме. В принципе, плетется легко, но я намучилась его с верхними лапами, потому что на схеме не было понятно, куда крепить именно, как их крепить. Букв не было, и поэтому я их переплетала 2 или 3 раза. А так он получился очень милым. Вот такой вот котейка. Тут, кстати, лежит мой новый бисер. Все им любуюсь, не налюбуюсь никак. Да. Вот, собственно, и та фигурка, которую я начала, это единорог, зефирчик. Сплела голову, сейчас плету нос. И как полностью голову закончу, я вам покажу. Мне нравится, как сочетаются его голубо-фиолетовые глазки. Вот такой единорожок у меня получается. Осталось сплести гриву на голове, и он будет готов. Ну, а этим я займусь уже завтра. Thank you.